Не зря сказано, самые опасные люди — это те, кто держат эмоции в себе. Кто обладает силой, ведет себя спокойно, потому что силе нужен контроль. Ум, свободный от эмоций, позволяет просчитать любую ситуацию шагов на пять. Спокойствие порождает рассудительность, открывает глаза, повышая бдительность. Чем меньше понтов и слов грязных, тем люди будут смотреть с большей опаской. И никто не знает, чего от тебя ожидать, и даже твое молчание их будет напрягать. Они чувствуют силу в этом омуте тихом, и неизвестность смелых сажает на пику. Его не спугнешь ни словом, ни ножом, два кулака в карманах, да он вооружен.